Я то считаю, есть, что эта тема закрыта в принципе. Я уточню по поводу данного аята, потому что все-таки было сказано, что... Просто уходим просто далеко от темы. Что было сказано, что аятам разъясняет, правильно? Вы же сказали, как бы к этому пришли, что когда табьин, то есть это разъяснение одного аята другим аятам. Байина. Байина. Байина что такое? Разъяснение. Не таби, а... Табьин это разъяснение, а байинат это что такое? Байинат это множественное число, то есть... Да, байину, я же вам сейчас вот показал, что есть фасфора. Байинат, то есть разъясняющий... Байинат, и байинати Аллах приводит, то есть к себе, я когда... Ну, не важно, да, не будем по этому поводу спорить опять. Табьин. Табьин это означает... Вот, юбайин, то есть, это следование. Табьин, табьин. Вы сказали, что когда идет речь о разъяснении, то одними аятами другие, то есть одни аяты... другим разъясняются, так ведь? Ну, да, вы сказали, что, ну, не буду я спорить, я просто вопрос задаю. Вы сказали, что эти люди, которым разъяснено было, это были те, которые присутствовали при нем, а всех для всех остальных он не был разъяснен, Коран. Коран, ну, я же не знаю, что привел, что Аллах говорит, мы разъяснили. Ну, Коран же остался, существует, и в нем разъяснение Аллаха осталось. То осталось, то есть Аллах говорит, ну, подробно, фасу саля. Хорошо, а Аллах как разъясняет? Сейчас я вам покажу, как разъяснять. Сейчас я понял, что к чему. Я тогда придется мне предметно показывать, как разъяснять. Сейчас. Одну секунду. А, вот. Нет, просто скажите. Я сейчас прям приведу. Будет ясно, хорошо, понятно, что. Хорошо, я просто вопрос-ответ задаю. Я с вами не спорю. Вы можете просто ответить коротко. Коротко только, да, сейчас, потому что это может опять грамматика. Да, это коротко. Я просто один говорить. Пример приведу из всех. Заканчивается, да, и про микрофон забыл. Вот я как бы отвечаю на вопрос. Один просто пример покажу, как пророк Мухаммад разъяснял, отвечал по Корану. У меня вопрос был по поводу Бога. Не-не, а я еще не сказал. Бог разъяснил. Да-да-да, вот. И разъясняет Бог, и как пророк Мухаммад разъяснение Бога объяснял. Вот. Это один аят покажет. Вторая сура, 219 аят. Он очень показательный. Они тебя спрашивают о... Хамре и Майсере, да? Я не буду переводить, чтобы мы и так понимаем, потому что по-разному переводят. Ответь, Аллах говорит. В них обоих великий грех исм, но есть и польза для людей. Однако греха в них обоих больше, чем польза. Ответь, говорит, так объясни. Дальше. Спрашивают они тебя о том, что им расходовать. Ответь. Остаток. Таким образом разъясняет вам Бог свои знамения. Может быть, вы поразмыслите. То есть... Здесь же не напрямую Бог сам им разъясняет. Он получает пророку. Разъясни, чем? Вот в чем. Это и есть. Вот она, связки, механизм четко нам показывает, как действовал пророк. Они спрашивают, Аллах, вот этот вахи говорит, так ты им скажи, он это разъясненным. Он же разъяснил Аллах. Есть грех и польза и так далее. И вот нам показательно, как действовал пророк на деле. Хорошо. То есть таким образом это разъяснение отражено в Коране? Да, конечно. До этого вы говорили, что в Коране не отражено, теперь говорите, в Коране отражено. Я всегда говорил, что в Коране отражено. До этого не говорили, что в Коране не отражено. Я так не говорил. Я сказал, что я привел аяты, что Аллах по себе приписывает. Хорошо, теперь вопрос. Вы всегда... говорили, что Коран, аят другим аятам разъясняется, правильно? Вы же так говорили? Разъяснение это разъяснение на одного аята другим аятам, правильно? Да, раньше, конечно. Какой аят смотрю. Разъясняется этим аятом? Что? Какой аят этим аятом разъясняется? Когда я говорил насчет логических ловушек, это одна из них. Я же не сказал, что этот аят разъясняет один аят другим. Я отвечаю на вопрос. Был вопрос. Разъясняет пророк, указали вы на то, что Аллах 6144, что он разъяснял. Вы сказали, как это? Там же сказали, что пророк разъяснил. Я отвечаю, пророк людям, до этого я сказал, что как судить, разъяснял разъяснением Аллаха. И показал пример, как. Идет вопрос, Аллах же говорит, они у тебя спрашивают вопрос, и он разъяснил им разъяснением Аллаха. Я же не говорил, что в этом месте он разъяснил один аят, другим аят. Я сказал до этого, ранее, в принцип, понимание Корана, что надо понимать его не человеческими комментариями, тем более есть отдельно об этом тема в Коране, кто должен толковать, а аят раскрывает другой аят. Это же как бы другая тема, и поэтому она сюда некорректно, вы меня хотите загнать в угол, так скажем. Я четко ответил на ваш вопрос предыдущий. Смотрите, давайте не будете использовать, я просто... Не понимаю, как я вас загоняю, если я просто вопросы вам задаю. Ну вопрос-то не по теме. Я ответил, что смотрите, вот как пророк Мухаммад объясняет людям разъяснение людям. Вы сказали, что вот здесь сказано, что разъяснение Корана, да, разъясняет то, что было им неспослано. Вы сказали, что то, что им неспослано, это Коран, правильно?
Я спросил, пророк, что значит разъяснение того, что было ниспослано? Вы говорите, разъяснение одним аятом, другого аята. Правильно? Вы же так говорили или не говорили этого? Конечно, говорил. Да. Вот так, теперь возникает вопрос, какой аят этим аятом разъясняется? Вот еще раз повторяю, у вас вот дырочка такая получается. Вы же потом сослались и сказали, посмотри на 1644, где Аллах сказал, мы тебе не спасали, чтобы ты рассидел. Где же? Вы мне так замечание сделали? Да, да, да. Вы приписываете к Аллаху, но здесь же пророк, я отвечаю. На это отвечал Гуру. Разъяснил ему Аллах, и он разъяснением Аллаха разъяснял людям, что им непонятно. Что разъяснял? Как? А вот сейчас я вам привожу пример. Аят разъяснял? Я вопрос задаю, аят разъяснял? Ну зачем мне перебивать так? И опять вы пытаетесь. Я четко ответил. На вопрос у людей он разъяснял. 644. Я говорю 16, о невопросах. 16.44 Аллах говорит, что ты разъяснил людям. Серик, я не говорю о вопросах. Я говорю я о того, что, разъяснении того, что было неспослано. Мы же здесь расписали людям. Вот. Нет, я это объясняю. Вот люди подошли и спрашивают. Того, приведите мне пример разъяснения людям. Того, что было неспослано им. Разъяснение неспослано, а не чтение того, что было неспослано. Вы хотите, чтобы разъяснение неспосланного? Серик, ну честно, если у вас нет ответа, зачем вот? Субхан Аллах, клянусь Аллахом, у меня есть, я вот спокойно вам отвечаю. Вы же меня специально ждете. Ну я же, опять вы меня дергаете, еще раз говорю. Что? Вы мне указали 16.44, показали, чтобы Аллах неспослал ему писание, чтобы он разъяснил. Вы же мне это в пику, когда я сказал, привел аяты, где Аллах приписывает все разъяснения. Субхан Аллах также. С этого аята вот вы вот писали своим рукой. Аннас означает все люди, мы же об этом спорили. Я вам привел, и говорите, приведите пример, как он разъяснял разъяснением Аллаха. Я вам привожу пример. В этот момент я не говорил, что пророк разъясняет другим аятам. У меня вопрос по этому поводу. А я же поэтому и объясню. Вот он, 2.219, где люди подходят, и он разъясняет разъяснением Аллаха. Четко, ясно. Почему я запутаю? Вы меня пытаетесь запутать? Тема о разъяснении аята маята это другая тема, не в чтении. Я про эту тему сейчас. Я про ту тему и говорю, понимаете? Вот вы писали, людям. Ну, это мы забыли, вот люди подошли. Новый вопрос. Ну как? Я же вам сейчас задаю новый вопрос. Зачем вы возвращаетесь к тому, что я говорил ранее? Вы еще вернитесь, когда я говорил три дня назад. Сейчас об этом только разговариваю. Я сейчас задаю вам конкретный вопрос. Так. Вы сказали, что аят разъясняется аятом, правильно? Да. Приведите мне пример. Объяснение аят аятом? Да. Это не тот пример, правильно? Это другой, я потому что тот привел. Но я же вам этот вопрос задавал. Все. Вам поискать сейчас? Я задаю вопрос. Смотри, начну сначала. Да? Хорошо. Разъяснение аята аятом. Угу. Отражено в Коране или где-то еще? Как ты можешь аят разъяснить аятом помимо Корана где-то еще? Это все в Коране? В Коране, а где, к примеру? Ну я... Давайте так. Мне тогда время займет, я вам вытащу выборку, либо вы все равно эти аяты знаете, я могу так сказать. Выбирайте сами. У нас насчет времени просто. Если хотите сами, вы так своими словами вы поймете, что это есть в Коране. Если нет, я вам вытащу аяты. Где Аллах объясняет один аят другим аятом. Как? Аллах объясняет. В Коране, конечно. Аллах объясняет. Я еще раз говорю. Я говорю по поводу 44-го аята, 16-й суры. Так. Где говорится «ты». وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ Мы не спаслали тебе зикр, напоминание. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Чтобы ты разъяснял людям то, что было им не спасло. Кому? Людям. Да. Правильно? Да. Правильно. Я вам привел 2.219. Я вопрос задаю, извиняюсь просто. Так. Что это разъяснение по собой подразумевает? Что это за разъяснение? Повторяю. Это значит, что пророк Мухаммад писанием объяснял людям те или иные проблемы. Прекрасно. Судил между ними. Прекрасно. Аятами Корана. Прекрасно. Где это отражено? Вот я прочитал. 2.219. Отражено. Это какой аят разъясняет? 2.219. Какой аят этим разъясняется? Вы, Курбан, вы теперь сами себя послушайте. Речь о чем шла. Вы же вы даже сказали, что он разъясняет один аят другим аятом, правильно? Вы же так сказали только что, нет? Субханаллах, нет. Остановите. Нет. Посмотрите запись, сказал я, когда вы сказали, сейчас новый вопрос, где там, я так сказал. Хорошо, давайте заново начнем. Заново? Только внимательно слушайте. Вот внимательно, все слушайте, давайте. 44 аят, 16 сура. Так. Что здесь под разъяснением подразумевается? Здесь подразумевается тем, что пророк Мухаммад разъяснял людям тот или иной их вопрос аятами Корана, разъясненными аятами Корана. А здесь, ну, а
как же вы тогда то, что разъяснял он то, что было неспослано, а не то, что их вопрос разъяснял аятами? То есть разъяснял то, что им было неспослано. Им или Мухаммад, пророк Мухаммад? Алейхим, им, илейхим. Где? 44 аят, 16 сура сказано. Так. Мы ниспослали тебе напоминание, чтобы ты разъяснял то, что им было неспослано. Так. Людям было неспослано. Угу. Так? Ну, вы же говорите, он вопрос разъяснял? Да. Или то, что им было неспослано, разъяснял? Нет, я сказал, что он им вопросы разъяснял. А здесь говорится то, что им было неспослано, разъяснял. Согласен, здесь это говорится. Ну вот я же... про аят спрашиваю, что это за вот. Разъяснение? Правильно. Я же исходил с того. Теперь это, у тебя это новый вопрос, так? Нет, это старый вопрос. Нет, это новый вопрос. Давайте, тогда я вытаскиваю все, как он объяснял им то, что им не способно. Хорошо, я понял. Нет. У меня по поводу этого вопроса нет. Спасибо. Не ходите слушать, не надо. Конечно. Потому что, нет, у вас вы сами выражались так. Вы разочаровываете меня, Сергей, честно. Взаимно, это взаимно. У меня-то отношение к вам было, что как... Нет, это взаимно. Объективному исследователю. А тут у меня простой вопрос, вы... Ну вы же даже сейчас слушать не хотите. Никак отвечать. Вопрос, я только хочу отвечать. Все, я не хочу слушать. Ну, хорошо. Потому что боитесь, что я аяты вытащу. Ну, мы закончим, если позволите. Так, я просто минут пять доступ, да? Не больше. И на этом закончим, если согласны. Хорошо.